Благоустройству города в этом году уделено немалое внимание. Впервые в микрорайоне 2 Павлодар обустроят парк. На это из бюджета выделено порядка 160 миллионов тенге. О парке отдыха жители северо-восточной части города просили много лет, и наконец-то их мечта осуществится. Парка на 2 Павлодаре не было никогда, но уже в конце этого лета он появится на пустыре по улице Литвинова. И, как утверждают специалисты, здесь будет все для комфортного отдыха как взрослых, так и детей. На территории будут установлены воркаут-площадка и детская площадка, а также мини-футбольное поле. Кроме этого, будут установлены светильники, 20 скамеек и 20 урн. Подрядчиком РГП «МБЕК Павлодар» предусмотрены работы по укладке 2100 квадратных метров брусчатки в данном сквере. И на все эти цели из бюджета выделены 159,3 миллиона тенге. В настоящий момент уже начаты подготовительные работы. Сдать объект подрядчик планирует до конца августа текущего года. Кристина Каспирович, Юрий Белевский, РТС «Акпарат».